Ломаем. К ТНТ! Валить надо быстрее! Так. Ой, что это такое? Что, мотыга моя, иди сюда, я сейчас вас всех порешаю. Что это? После просмотра моего ролика советую подписаться на канал Максима. Здесь вы найдете Майнкрафт против реальной жизни, прикольные эксперименты в Майнкрафте и еще многое другое. Ссылочка будет в описании, заходите и подписывайтесь. Всем привет, с вами я, нубик в игре Майнкрафт, и сегодня я строил свой любимый дом из грязи, как вдруг тут недалеко заспавнились вот эти вот блоки. Я вообще не представляю, что это такое, и сегодня я хочу выяснить это. И узнать, что это такие за блоки. Смотрите, тут нарисованы какие-то знаки вопроса. И это очень все странно. Так что давайте, ребята, сейчас мы попробуем сломать вот этот блок моей любимой золотой мотыгой. И посмотрим, что же будет. Так, ломаем. Так. Ага, что-то тут написано, я вообще не понимаю, потому что я нубик. Поэтому давайте сломаем еще один вот этот блок. Так. Ух ты, это что такое? Так. Это часы, что ли? Ладно, хорошо, теперь у меня есть часы. Что-то непонятное падает с этих блоков. Я не понимаю, что это. Ну да ладно. Давайте попробуем сломать еще один блок. О! Чё? Что это такое? О! О! Офигеть! Это что такое было? Это огурец какой-то ходячий был. Я помню этого огурца, мы с ним как-то уже встречались. Блин! Он меня убил, зато у меня теперь земли много, офигеть, круто, теперь у меня есть много земли. Фух, что это такое было, откуда появился этот огурец? Ладно, давайте попробуем сломать следующий блок. Так, что это? Котики! Котики, привет, привет, котик. Хочешь, я тебе земельки дам? Держи земельку. Покушай. А, может тебе семечки дать? Держи семечку, котик, покушай. Так, ну ладно, вроде они не голодные. Давайте тогда приступим ломать следующий блок, ну-ка. Оба! Мотыги! Моя любимая мотыга выпала! Ну это, конечно, не золотая мотыга, но все же железная мотыга это тоже хорошо очень. Окей, давайте тогда сломаем следующий блок вот этой вот мотыгой. Опа! Ух ты! Что это такое? Это какие-то разноцветные овцы. Прикольно. Привет, овечка. Привет, откуда ты появилась? Ладно, давайте попробуем сломать еще один блок и посмотрим, что будет. Так. Это же моя любимая золотая броня. Ура! Вот это да. Блин, я обожаю вас, блоки. Спасибо большое. У меня теперь есть золотая броня. Я теперь просто самый крутой, серьезно. О, золотая броня, это просто офигительные блоки. Давайте сломаем еще один. О, это что такое, губка? Губка, это что, губка Боб? Привет, губка Боб. Ладно, губка Боб какой-то неразговорчивый. Давайте попробуем сломать следующий блок. Оба. Так, а это что такое? Это яйцо, яйцо дракона. А ну-ка, оба. Так. И что тут? И что это такое за яйцо? Ну-ка, попробуем ее. Ух ты, куда ты ускакала, яйцо? А ну-ка, иди сюда. Ты думаешь от меня так просто упрыгать? Ну-ка, получай. Опять ты ускакала. Да что такое-то? Что с тобой не так? Получай. Ты куда яйцо пропало? Блин, ну и ладно. Пофигу на это яйцо. Давайте лучше сломаем еще один этот блок непонятный. Ну-ка. Ух ты, колодец. А что там такое? Что там такое? Что это такое? Ух ты! Какая прикольная штука. А что, интересно, она делает? О, откуда тут картошка? О, ядовитый картофель. Я надеюсь, он вкусный. Нужно будет потом попробовать его как-нибудь. Так, окей. Давайте ломать дальше. Ломаем. К ТНТ! Валить надо быстрее! Я вроде выжил. Офигеть, что такое было? Эти блоки пытались меня убить. Какие плохие, блин. Это просто ужасно. Ладно, я рискну сломать еще один блок. Так. Ух ты, это сено? Сноп сена. Ладно, я оставлю себе. Может потом в будущем как-нибудь пригодится. Так, давайте ломаем.
Ух ты! А это что такое? Это как много разноцветной шерсти. Вот это прикольно, забавненько так. Ладно, давайте сломаем еще. Тыквы. Давайте ломать дальше. Оба. Так, а это что такое? Это лук? Нифига себе, какой крутой лук. Все, я теперь просто неубиваемый буду, серьезно. Давайте положим его в третий слот. И будем открывать дальше. Кожаная броня. Круто. Это же просто офигенно. Ребята, у меня есть теперь кожаная броня. Еще вдобавок золотая. Я теперь вообще самый крутой буду. Так, ну ладно, давайте сломаем еще. Это моя мечта, ребята. Золотая зачарованная мотыга. Это какая-то лаки-мотыга. Круто, давайте положим ее вот сюда. Так, вот эту шерсть, я думаю, выкинем. Крутяк, у меня есть теперь зачарованная мотыга, ребята. Это очень круто. Ну, я не буду брать топор, потому что он мне, в принципе, не нужен. Да, давайте сломаем что-нибудь из середины, вот из этого гигантского непонятного блока. Например, вот этот блок. Опа! Чё? О, это что за существо? Убиваем его! Что это такое было? Так, мне выпала какая-то штука. Слеза, гаст. Это гаст был? Круто, мы победили с вами гаста, нифига! Я вообще крутой! Так, давайте тогда выкинем вот эту шерсть и отложим эту слезу гаста вот сюда. Так, ну-ка, давайте попробуем сломать еще один блок. Давайте попробуем прямо из серединки сломать вот этот. Ух ты! Опять штука эта заспавнилась. Я не понимаю, что она делает. Ладно, давайте сломаем вот этот блочок и посмотрим. Еще один сет золотой брони. Золотая броня, круто. Блин, я обожаю эти блоки. Я не знаю, как они называются, но я их просто люблю. Всем сердцем. Они мне уже дали целых два набора золотой брони. Это круто. Ладно, давайте дальше. Ух ты, золотой меч. Нифига, какой крутой. Хорошо, это очень круто. Ну-ка, открываем дальше. Алмазная броня. Ну, это неплохо, но я все же люблю больше золотую, потому что золотая как-то поприкольнее смотрится, там все дела. Ну, ладно, давайте следующий блок ломать. Книжки. Не, я нубик, я не люблю читать книжки. Не-не-не, я даже брать их не буду. Так, удочка. Удочка, ну-ка. Нифига себе, какая крутая удочка. Ладно, отложим ее к себе в инвентарь. И давайте открываем дальше. Ух ты ж, ведра. Ну, они мне не так нужны, поэтому ладно, пусть тут останутся. Давайте открывать дальше лучше. Так. Ой, что это такое? Что, мотыга моя, иди сюда, я сейчас вас всех порешаю. Что это? Почему ночь настала? А, почему тут миллиард зомби? Нет. Ух ты ж, нифига себе. Где мои вещи? Нет. Отстаньте от меня, отстаньте от меня. Нет. Они забрали мои вещи, ребята. Что мне теперь делать? Тут есть топор, который я не забрал. Все, сейчас вам пипец будет. Получайте, пауки, получайте. И вы тоже зомби дурацкие, умрите. А, ты, как вас много-то? Я сейчас не справлюсь, нет. А ну-ка, валите от меня. О, у тебя мой меч, отдай мой меч. Так, блин, а там зеленые огурцы ходят. А это-то что? А это что такое, блин? Огурец, отстань от меня. Отстань от меня, ходячий огурец. Чё, ты думаешь, меня убьешь, да? Ну давай посоревнуемся, на, получай. Получай, негодяй. О, блин, а меня опять убили. Огурец, отстань, отстань, отстань. О, я выжил. Так, где мои вещи? Они где-то там. Бежим их забирать быстрее. Отстаньте от меня все, отстаньте, отстаньте. Я хочу всего лишь вещи забрать. Что это такое? Отстань, тупой зомби. А, почему настал день? Что такое? Ладно, это очень хорошо, что настал день. А, сейчас все зомби сгорят. Останется только пауков убить. Так, где мои вещи? О нет, они взорвали мои вещи. Дурацкие огурцы. Дурацкие пауки, умри, паук. Блин, он меня убил еще и. Что за фигня? Ты виноват во всем, понял, да? Так, а что ты меня не бьешь? Ладно, я тебя тоже тогда не буду бить. Маленькие зомби, почему они не умерли? Почему они не сгорели? Они же должны были сгореть. Так, пауки почему-то не хотят меня убивать. Мы, походу, с ними подружились. Это хорошо. Так, огурец, а ну-ка иди сюда, я тебя порешаю сейчас. Давай, один на один. Получай, огурец. Чё? А чё он взорвался-то? Он чё, забоялся меня, что ли, взорвался? Блин, я теперь остался без вещей. Блин, как ужасно. Ладно, я надеюсь, с новых блоков мне выпадет что-нибудь прикольное. Давайте откроем. Ух ты, набор зелий. Прикольно, давайте... Да отстань ты от меня, дурацкий зомби.
Отойди, отойди. Все. Так, давайте на себя кинем зелье невидимости. Что? Ну-ка, паук. Нифига себе, паук невидимым стал. Что такое? А да ты опять ко мне пришел, маленький зомби. Я тебя убью сейчас в рукопашку. В рукопашку тебя сейчас задолблю этим гнилым мясом. Получай. Все. Так, а пока сломаем вот это. Кожаная броня. Ну хоть что-то. У меня теперь наконец-то есть хоть какая-то броня опять. Блин, теперь опять с нуля надо развиваться. Вообще жалко.